Дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale, и в основном, когда я делаю обзоры аккаунтов, которые сидят там на 6000 плюс кубков, там 6100, 6400, 6600, в основном я показываю повторы и делаю обзор колоды. В этот раз я хочу сделать кое-что новенькое, я хочу провести онлайн-атаки. Вам не послышалось? В общем, я нахожусь на аккаунте Crystal, на данный момент 6100 кубков на этом аккаунте, рекорд 6400, и прежде чем перейдем к теме ролика, я хочу вам кое-что показать. Я думал, что тильт у меня только. Заходим в лог поединка. В лог поединков. И смотрим. Раз поражение, два поражения, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ничья, девять поражений. Девять поражений. С 6400 до 6100. Это капец, это... Ну, тут играет не только Коля, здесь играет еще какой-то парень, в общем, суть в чем? Я попросил Колю, говорю, Коль, ну, слушай, только ты мне доверишь, потому что все остальные трясутся над своими кубками, и каждый поединок для них очень важен, а ты, ну, по фану сейчас играешь в рояль, тебе, думаю, не принципиально, сколько у тебя будет кубков, ты уже взял 6400, и ты не раз их брал, и драфт-сундук все равно будет с этой лиги, и, кстати, драфт я открою на видос, если хочешь, ставь лайк, подписывайся обязательно, чтобы увидеть, что выпадет. Вот, и говорю, дай мне провести парочку онлайн-каток, я сыграю 3 онлайн-катки, даже если будут все 3 поражения, ну что они тебе, 10 поражений подряд, что тебе еще плюс 3, да? Вот, но я, кстати, не знал, что у него так много поражений, и он разрешил. Я поспрашивал, какими тут колодами играют. В основном Мортира Хок, Арбалет, Спеллбейт. Есть гиганты, да, есть Лава Шар, но это все не мое. Не умею, не могу, не практикую. Он говорит, ты же типа с големом, бери големов. Ну, голем 2 принца тут не очень. Я выбрал 3 колоды, все они практически одинаковые. Вот первая голем, вот вторая голем и вот третья голем. Отличие только с пылами, там молния, тут здесь Poison и несколькими картами. Тут стражи, там гоблины, бревно, зап, все. А так, в целом, посыл деки остается тот же. Дека без сборщика, с пуш, с големом. В общем, не знаю, что получится, начнем вот с этой колоды. Давайте, прежде чем я пойду в онлайн-катки, вы напишите прямо сейчас в комментариях ваши ставки. Сколько я сделаю побед? Или вообще не сделаю ни одной победы? Для меня, если я здесь хоть одну победу сделаю, для меня это уже будет каким-то достижением. Потому что, пацаны, 600 кубков. Ну что ж, пожелайте удачи. Поставьте мне лайк, пожалуйста. И подпишитесь на канал. Ну, я пошел. Первый поединок. 600 трофеев. Блин, я не знаю. Сделаю скриншот, что я здесь играл, все дела. У меня была еще подобная мысль. Кстати, тут долго ищет соперников. У меня была еще подобная мысль сделать, вот, к примеру, остается там одна игра до 600 или две игры. Ну, одна. Я эту онлайн-игру делаю сам. То есть понятно, что до этого Apple Кубки не я, не на моем аккаунте. И беру 6100. Блин, такая, чисто вот по фану так сделать, по приколу. Интересно, смог бы я или нет. Все, теперь давайте погружаться в сам поединок. Ахмед, ты не представляешь, какой против тебя сейчас игрок играет. Не зря ты сидишь там и ждешь что-то. Поехали, давай играть. Я могу сразу поставить голема, в принципе. Но я не буду этого делать. Мне, конечно, лучше дождаться немножечко двойного эликсира. Где-то через секунд 20 я начну атаковать. Ну, может, чуть-чуть еще подожду. Я уже могу поставить голема. У меня колода позволяет. Но я боюсь, что я сразу не отдефаю. Там, возможно, сейчас Хокс там с ордой миньонов полетит. В принципе, там у меня дракон есть. Ну, что-то я боюсь, вот, что я не успею среагировать. Не успею все сделать грамотно и задефаться. Тут что по эмодзи? Скучные эмодзи. Так, ну что, остается... Давайте вот сейчас через 10 секунд начинаем атаковать. Так, еще 4, 3, 2, 1, поехали. Ставим голема, 45 секунд, нормально. Давай, давай, давай. И у него голем, блин, походу у нас одинаковые колоды. Ну, кто же сыграет лучше? Ну, очевидно же. Ну, может, не одинаковые, кстати. Удачи, спасибо. Так. Фак. Пламенный дракон, надо уничтожать его ракетой. Уничтожаем ракетой. Здесь давайте гоблины. Ай-яй-яй-яй-яй. Наверное, я зря вот эту ракету потратил. Как думаете, нет? Или да? Да или нет? Я не знаю, зря или нет. Дровосека, блин, нечем дефать.
Прекрасно. Давайте попробуем с помощью торнадо. Все-таки дракон может быть не полный лох и поможет нам. Поможет нам! Помоги нам! Хорошо. Ну, как видим, что идем мы наравне. Но по эликсиру он немножко лидирует. Это было заметно потому, что он голема поставил, а у меня еще не было эликсира на голема. Так. Я думаю, что ракету мы закинем чуть-чуть попозже. Хотя вот сейчас давайте ракету. Кидаем ракету. Такс, хорошо. Здесь давайте... Даже не знаю. Мне кажется, что он не даст голему взорваться. Ага, он не дал голему взорваться. Да, блин. А чё я играю без пламенного? Вот мне понравилась колода моего соперника. Мне она понравилась. Я проигрываю. А что вы ожидали, друзья? Какая победа, если я у себя на аккаунте проигрываю? То что будет здесь? Я думаю, ну все, он добьет Пойзеном. Добьет Пойзеном. Тогда я даже дефаться не буду. Блин, ну у него преимущество. Ему голема есть чем контрить. Пламенный дракон. А у меня нет. У меня нет пламенного дракона. Как всегда, оправдание, бла-бла-бла. Сыграл хуже, все, не ной. Минус 32. Коль, извини. Давайте посмотрим, что у нас тут. А давайте возьмем его колоду. Ну тут, блин, видите... О, нет, тут... Третий дровосек, нет, я из его колоды не смогу. Окей. Блин, а зачем я заменил свою колоду? Я хочу продолжать с этой же... Хотя, можно попробовать сыграть вот, да, вот с такой вот декой. Но с молнией я не сильно хочу. С Пойзеном разве что. Но опять же таки, тоже не вариант, не факт. Не, мне моя колода больше нравилась. Давайте ее обратно возьмем. Я все-таки рассчитываю, что у меня получится кого-то выиграть. Я не теряю надежды, друзья. Я верю в себя. Не знаю, вы там верите в меня или нет. Я рассчитываю... Блин, не повезло. Если вот так объективно судить, да, вот взять колоду соперника, взять колоду мою, то объективно... Хотя, смотрите, вот на самом деле... всех его юнитов я мог накрывать одной ракетой. Но он же не подкидывал больше ни одного юнита, пока пламенного... Я что-то не сделаю с пламенным драконом. Он же тоже не дебил. Он же знает, что я потом накрою все это дело ракетой. Ему было достаточно одного пламенного. А потом смотреть на мою... 600 кубков, 10 мегаминьон? Здесь такие есть? Серьезно? Да я вот когда играл на аккаунтах у подписчиков, мне встречался полностью фуловый на 4300. А здесь... Десятые рарки на 600. Господи, как такое возможно? Так, ладно, закидываем. Валькирия, пожалуйста, не трожь мою принц... Ой-ой-ой. Так. Это что, это Хок с фризом? Или что это такое? Или это кладбище? Это что-то... Нет, не заходите, вы чё? Коля? Ну, это не Коля заходит, тут еще один парень играет. Видимо, он не знает, что я сейчас поднимаю кубки. Да ладно, у них тоже тут, я вижу, 9 поражений подряд. Так, давайте мегамуху. Ай, господи. Ночную ведьму. В принципе, кладбище. А, это не кладбище. Шарик, ну шарик дефать есть чем. Так, хорошо. Будешь фризить? Не будешь фризить. Блин, я должен затащить. Вроде как я эту деку не контрю. Не, ну почему? Контрю нормально. У меня есть карты, которыми можно контрить. А, слушайте, он же быстрее прокрутит. Он сейчас шарик кинет, да? Не, не кидает. Ну, не, в чем у меня контр этой деки? То, что у меня есть торнадо, у меня есть ракета. То есть я могу спокойно манипулировать его шариком, куда захочу, туда и уведу. Просто его фриз как бы, ну, не сильно так его спасает. Ну, а с другой стороны... Давайте ночную ведьму. Так, фриз, окей. Зап. Давайте подкидываем. Сейчас Валька задефает все, гадина такая. Давай, еще немножко. Так, ладно, голем. Мы, если что, его шарик на главную вышку, но я думаю, что это не понадобится. Ждем его фриз. Фриз будет. Тихо. Вот фриз, хорошо, это для нас хороший ход, потому что...
для него... Тихо. Потому что он сейчас не зафризит мою атаку, а, соответственно, должен улететь будет. Так. Ну все, он проиграл. Я выиграл! Я выиграл! Или нет, я еще не выиграл. Блин, да давайте, тащите, эу. Давайте, что там? Давайте, побеждайте. Я победил! Я победил на 600 кубков! Да, просто! Я могу, я что-то могу еще. Я еще сгожусь. 61-64. Ну, конечно, радоваться, когда у тебя контр, да. Такое себе. Ну, какая разница? Я затащил на 600 кубков. Ладно, и последняя каточка. Я собрал 3 колоды, а играю одной. Ну, потому что я считаю, что... Мне просто, понимаете, ограниченное количество игр, поэтому я не хочу распыляться сейчас. Я бы поиграл несколькими колодами, а потом определился с какой-то одной и сделал... Ну, знаете, потренировался, а потом как экзамен. Но у меня нету таких... У меня только 3... 3 каточки мне разрешили. Все ограничено, поэтому... Мы 2 сыграли. Я пока одну выиграл, одну проиграл. Ну, я уже одну выиграл, уже видос удался. Так. Так. И на главное здание. Это Хок 2.6, походу. Либо... Да-да, Хок 2.6. Других вариков нет. Не знаю. До двойного эликсира буду, конечно, мудрить. А там будем... Ну, слушайте, поиграть можно. Я думаю, что у меня шансы есть. Бревно, конечно, жалко, что контрит моих гоблинов. Ну, есть просто вариант со стражами. И обидно, что у меня ночная ведьма 4-го всего лишь уровня. Все, больше ничего подкидывать нельзя, потому что атака все равно не получится. Лучше оставить карты на деф. Так, Тесла, значит, у него, а не пушка, окей. Так, и что еще? Позен с бревном. Жалко, вот еще раз говорю, жалко, что... Так, слушайте, ну тут по-любому ракета, по-любому. Вообще без вариантов. Давай, сейчас ледяной голем. Хок. И по старинке торнадо. Ноль тык сделает Хок. Если все делать грамотно. Ну, видим, что пока что я проигрываю. Также... Что это будет? Даже не знаю. Почему и Валька именно туда? Давайте попробуем. Я знаю, что гоблинами дефать Вальку... Нихера себе он... Нихера он продуманный. Как он так запредиктил? Ну, он понимает, что я сейчас буду атаковать левую сторону. Дефаемся ракетой. Здесь выбрасываем. Ну, блин, у него тоже... Он мою атаку полностью дефает пойзеном. Тоже немножечко обидно. Так, давайте попробуем драконам нанести урон по Тесле как можно быстрее. Так, как можно быстрее. Сейчас будет Валькирия. Давай, давай, голем. Ага, у него еще торнадо. Окей, значит, голем оставим сюда сейчас. Хок будет слева. По идее. Слил бревно, окей. Так, здесь гоблины. Быстрее уничтожаем. Так, я вот думаю сейчас ракету кинуть. Я думаю, что кинуть ракету на мушкетера, потому что он пипец как мешать сейчас будет. Убиваем мушкетера. Да и опять атака не получается. Да что ты, блядь, ну просто посмотрите. Я только вот сейчас на это обратил внимание. У него помимо Теслы еще есть это торнадо. Но это двойной деф. Это читерство, это двойной деф. Так нельзя делать, это так запрещено. Вообще есть эти правила, и они запрещают так делать. Ай, господи. Я проигрываю. Я проигрываю. Разряд. А, я не попал разрядом по Хогу, и он целую тычку делает. Да блин, если бы не торнадо, я вам отвечаю, если бы не торнадо, мне кажется, у меня что-то получилось бы. Он просто охеревший, какого хрена у него еще торнадо есть? Нечестно, нечестно. С торнадо, с Теслой, блять. Это слишком много дефа. И я проигрываю. Ну опять же, отмазки, что угодно, ну не я виноват, ну ладно. Я просто рассуждаю вот. Ну, как думаю, так и говорю. Просто есть варианты колод.
где есть либо Тесла, либо пушка, либо Торнадо вот в этой деке. А у этого челика и то, и другое. И Торнадо, и Тесла. То есть, ну, не знаю. Мне кажется, если бы я играл с двумя принцами... 3-4, а это не 2-6 хоп. 3-4. Если бы я играл с двумя принцами, он бы не задефался. Он бы поизоном не задефался. Вот Вангу, я бы хотел с ним бы сыграть реванш, где я беру голема 2 принца, а он... А хотя, стоп, у него есть ледяной голем. Ладно, не буду делать выводы, когда не было... Хотя Вальки... Не, может быть, и не выиграл. Ладно. Прикольно, кстати, колода с Хогом. Надо будет попробовать с ней сыграть. В общем-то, друзья, я не слил много кубков Коли, я не сделал никакого ему здесь тильта. Я сыграл 3 катки, одну выиграл, одну проиграл. В первом поединке я считаю, что... Ну, правда, согласитесь, тут реально контр. Если против Хога, не знаю, можно было бы выиграть, если бы руки у меня были с ровного места. Я просто, ну, не знаю, как играть против этой колоды Торнадо, Тесла. Ну, а вот эту колоду на изи выиграл, потому что... Ну, ее и выигрывать-то нечего. В общем, как-то так. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Напишите, возможно, ну, если вы смотрели внимательно мои поединки, возможно, в какой-то ситуации что-то я сделал не так. Мои ошибки проанализируйте, напишите, расскажите, что сделал не так. В общем, я почитаю комменты. Спасибо вам за просмотр. Лайк, подписка и приходи на стрим. Все, до новых встреч, всем удачи, скоро увидимся. Пока.